Всем привет! С вами команда IGM, и сегодня мы поговорим о God of War, пока что главном претенденте названия Игры Года. Начать, пожалуй, стоит с небольшого экскурса в историю. Дело в том, что, как и в случае с Far Cry 5, серии God of War я был знаком исключительно поверхностно, и все, что я не знал, не особо вдохновляло меня на подвиги. В моем понимании, предыдущие части франшизы представляли из себя дикое месиво из коней, людей и греческих богов, главной фишкой которого был какой-то безумный масштаб и безостановочное действие. Судя по тому, что я увидел в нашем ролике об эволюции серии, мои предположения были не так уж далеки от действительности, и, если честно, это огорчает. Не спорю, отрывать бошки мифическим существам круто и весело, но я лично поклонник медитативного и вдумчивого геймплея, которого в старых God of War не найти. Я думаю, вы уже все слышали, но все же повторюсь. Новая часть — это перезапуск всей серии. И по сути, если убрать из нее Кратоса и назвать игру как-то по-другому, то никто не заметит причастности к самой серии. Понимаете, в игре изменилось абсолютно все. Начиная от места действия, заканчивая его масштабами и темпом. То есть, если вы пришли поиграть и вспомнить мочилово между титанами, богами, монстрами, то вам придется пойти поискать в другом месте. Разработчики словно решили пожертвовать количеством в пользу качества, и это проявляется практически во всех аспектах игры. На место поединков с десятками мобов пришли вдумчивые тактические схватки, а на место огромного количества персонажей второго плана, большая часть из которых умрет через час после появления на экране, пришел небольшой набор четко прописанных героев. Значит, твои тайны для тебя важнее сына? Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Несмотря на то, что за God of War очевидно скрывается огромный бюджет, в определенный момент складывается впечатление, что ты играешь в небольшой семейный проект, как было, например, с Hellblade. Кстати, о семье. Каждый, кто хоть немного знаком с промо-материалами к игре, знает то, что основной конфликт взят у Ивана Сергеевича Тургенева. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Отцы и дети! Но разработчики не стали ограничиваться рассуждениями о том, как тяжело быть родителем. Помимо этого, в God of War есть серьезный социальный подтекст. Тут тебе и отношения между людьми и богами, между верхними и нижними богами, между ребенком и тяжелым и суровым окружающим миром. Короче говоря, скрытые смыслы можно искать до бесконечности. Понял. Ты меня понял или нет? Отвечай! В итоге получается, что главным сюжетным высказыванием в 2018 году от мира игр на данный момент является блокбастер, который делали те же ребята, которые в прошлый раз предлагали вам отрубить ногу Гермесу, побывать в желудке у Кроноса и уединиться с Афродитой. Довольно странное развитие событий, не так ли? Перед тем, как вернуться к сюжету, вкратце расскажу о том, чего вам стоит ждать от геймплея. По своей сути, God of War — это одна большая эскорт-миссия, которой принято ненавидеть из-за тупого искусственного интеллекта ваших спутников. Здесь же концепция работает практически идеально, благодаря тому, что сын Кратоса, Артей, очень смышленый и самостоятельный малый. Во-первых, он не умирает, а во-вторых, приносит пользу на поле боя. Зазевавшись, вы можете обнаружить, что малец уже вовсю старается перерезать очередную глотку. Как я уже сказал, почти каждый поединок — это тактическая головоломка, успех в решении которой зависит от умения думать и быстро реагировать на происходящее вокруг. Я могу бесконечно говорить о том, что времена беспечного Рубилова остались в прошлом. Стоит отметить, что ребята из Sony Santa Monica ответственно подошли к созданию квестов. В этом плане игра очень напоминает Ведьмака и Skyrim, особенно в плане развития сторонних квестов. При этом в игре отсутствует целый ряд элементов, которые очень сильно раздражают современных RPG. Так, разработчики по максимуму постарались избежать банальных квестов по типу «подай, принеси». Все-таки вы играете за бога, а не за банального курьера из доставки пиццы. При этом каждый квест детально проработан, понимаете? Он очень качественно и вкусно сделан. И поиграв порядка 20 часов, я понял, что мне их мало, я хочу еще большего. Душа просит больше квестов. Ладно. Другим важным аспектом игры является камера, в самом лучшем смысле этого слова. Дело в том, что в игре отсутствует прогрузка и загрузочные экраны. Именно поэтому игра смотрится как один большой, длинный и красивый фильм, в котором вы принимаете непосредственное участие. При этом сотрудники Sony Santa Monica не старались отправить игроков в душные однотипные пещеры, чтобы хоть как-то облегчить себе создание игры. Наоборот, за время прохождения игры у вас будет возможность посетить несколько миров, каждый из которых отличается от предыдущего. Подобное разнообразие захватывает дух не хуже, а возможно даже и лучше самых эпичных битв. Остается только догадываться об объемах проделанной работы. Стоит отметить, что эти операторские приемы положительно сказываются на атмосфере проекта.
Мрачным и суровым миром игры хочется любоваться, и даже при беглом взгляде на нее становится понятно, почему западная пресса осталась в восторге от технической реализации God of War. Важно отметить, что я не особо знаком с мифами и культурой народов Скандинавии, и не в обиду фанатам сериала «Викинги и потомкам Одина», но мне кажется, что таких, как я, большинство. Так вот, проект Sony Santa Monica вызывает стойкое желание прийти домой к человеку, составлявшему школьную программу, и попросить того пояснить не только за квадратное уравнение, но и за отсутствие на уроках истории и литературы рассказов о Вальгалле. Да, я понимаю, что скандинавская мифология разительно отличается от той, какой нам ее показали разработчики God of War. Но надо отдать им должное хотя бы за то, что так или иначе данная адаптация вызывает у вас стойкое желание вновь ознакомиться с оригинальной историей и мифами. Нельзя не отметить и саундтрек, который также стал важной составляющей атмосферы. Музыка всегда к месту и достойна упоминания в списке лучших образцов жанра. В определенные моменты пазл из картинки, звука и чисто игрового опыта складывается настолько удачно, что проект пробивает на сильные эмоции, несмотря на то, что на экране не происходит ничего особенного. Пиши еще раз. Фола! Едем! Энергия поднимает платформу! Пиши еще. Вообще, God of War — игра полная нюансов. Здесь надо внимательно смотреть и слушать, потому что у меня сложилось стойкое впечатление, что в проекте нет ни одного лишнего взгляда или жеста. Разработчики очень аккуратно развешивают по стенам чеховские ружья, и если не проявлять к этому процессу должного уважения, вы рискуете пропустить выстрел и потерять львиную долю удовольствия от игры. Возвращаясь к теме сценария, хочется отметить, что сотрудникам Sony Santa Monica удалось сделать невозможное. Создать адекватного детского персонажа, который не вызывает стойкого желания раз и навсегда стать child-free. Артей реагирует на окружающий его мир так, как это делал бы реальный человек в его возрасте, и ему веришь. Он не сопливый нытик, у которого 7 пятниц на неделе, или великий мастер-джедай, который учит взрослых советам о жизни. Нет, он обыкновенный мальчик. И мне, как человеку с актерским образованием, очень приятно видеть, как такой прекрасный сценарий дополняется выдающейся работой моих коллег по цеху. Здесь стоит отметить, что помимо всего остального, разработчики поменяли актера, озвучившего Кратоса, пригласив Кристофера Джаджа из «Звездных врат» на место Терренса Карсона из второго пункта назначения. Насколько я понимаю, Карсон, озвучивший главного героя в каждой из предыдущих игр серии, был не очень доволен таким раскладом, но меня все устроило. Раньше Кратос ассоциировался у меня исключительно с криками и животной яростью, а вот перформанс Джаджа вызвал у меня куда более широкий спектр эмоций. Не могу сказать, что старый актер не справился бы с этой задачей, но лично я вполне доволен тем, что все сложилось, как сложилось. God of War — это прекрасный пример того, как можно перевернуть нечто популярное с ног на голову и не только не ошибиться, но и сделать лучше. По мере прохождения игры я регулярно вспоминал о том, что Sony хотел отправить Кратоса на покой, и я благодарил древних скандинавских, греческих и всех других богов за то, что разработчикам таки удалось переубедить боссов компании. В мире нет места совершенству. И я не буду утверждать, что вам обязательно понравится эта игра. Хотя нет, буду. В конце концов, может быть, вам просто нравится больше соревновательный мультиплеер, или вы не любители долгих сюжетных игр, а может, и вообще радикально относитесь к таким изменениям в серии. Но если все вышеперечисленное не про вас, то мы всей командой IGM настоятельно советуем вам не проходить мимо этой игры. На этот раз западная пресса не соврала. God of War — это действительно проект, который выходит один раз в поколение. На этом все. Делитесь своими мыслями в комментариях под этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВК. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнать о других видео от команды IGM. До скорого! Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. Убить такого зверя?